Супруга принца Гарри готова положить конец вражде с невесткой. После неутихающих пересудов о напряженности в отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон поклонников британской королевской семьи обрадовало приятное известие. По слухам, герцогиня Сассекская готова положить конец вражде с супругой принца Уильяма, рассчитывая подкупить ее подарком. Больше по теме: Кейт Миддлтон никогда не станет настоящей королевой, и герцогине Кембриджской нет ни единого шанса занять британский трон. На следующей неделе, 8 января, Кейт исполнится 37 лет. Когда будущие невестки встретились впервые, на свое 35-летие герцогиня Кембриджская получила от Маркл дневник мечты, блокнот в переплете из натуральной кожи, предназначенный для записи мыслей и различных идей. Миддлтон понравился этот приятный презент, и в 2017 году Маркл подарила ей еще один подобный блокнот. А последним подарком жены принца Гарри герцогини Кембриджской стал браслет, который Меган преподнесла в качестве благодарности за помощь в организации ее свадьбы. Каким сувениром Меган рассчитывает вернуть расположение Кейт в этот раз, пока неизвестно. Но, как отмечает издание «Экспресс», подарок этот, несомненно, будет трогательным.